Не только учебную, но и духовную литературу издают в Югре. В Ханты-Мансийске презентовали уникальную книгу «Начальный православный молитвослов» на церковно-славянском и хантыйском языках. Причем здесь использовали тром-аганский говор сургутского диалекта. Иллюстрированный молитвослов дополнили аудиоприложением для тех, кто не может читать на хантыйском, но понимает язык на слух. Перевод православных молитв, он не заканчивается изданием молитвослов. Конечно же, задача главная, чтобы он жил, чтобы он приносил пользу, чтобы люди, которые говорят на своем родном языке, коренные жители, ханты, имели возможность возносить Богу молитвы на том языке, на котором он им понятен. Я очень рада, что вышла еще одна книга на моем родном хантыйском языке, на сургутском диалекте хантыйского языка. Вот. И думаю, что эта книга поможет хантам, может быть, обратиться, если им надо это, вот, если они это, в этом чувствуют потребность в православной вере, вернуться, кому-то может вернуться православный храм.